Дорогие друзья, и вот в очередной раз перед Новым годом, как бы это смешно не выглядело, мы предлагаем вам ознакомиться с моделью, которая на сегодняшний момент просто взорвала рынок московского региона. Хотел, чтобы мы вместе с вами вернулись в прошлое. Прошлое рок-н-ролла, групп Rolling Stones, Beatles. Тогда кафе рейсерство было на подъеме. Люди на этих мотоциклах катались от кафе до кафе, слушали музыку. И эта модель на сегодняшний момент для меня является чем-то, даже я не знаю, сказал бы, наверное, сакраментальным, тем, что позволяет мне вспомнить прошлое. Широченный алюминиевый руль этой модели очень удобен. Я, честно говоря, садясь, чувствую себя сильно молодым, как будто мне 17-18 лет. Я вспоминаю себя, проселочные дороги, мотоциклы Минск, а сейчас вот эта модель возвратила меня в мою, наверное, юность. Как бы это смешно ни звучало, мне это очень нравится. Посмотрите, то, что есть, все металлическое. В отличие от конкурентов, мы видим металлический руль, металлический бак, алюминиевые крылья перед-зад, мотор 172, но 172 мотор TR5, тот, который позволяет эту мощность до 21 силы увеличить до 25 путем установки бигбора. То есть эта модель, она завораживает нас. Несколько покупок, которые у нас были совершены, мы пообщались с людьми. Иван непосредственно с города Владимира, приобретя этот мотоцикл у нас, позвонил и сказал: ребята, спасибо, я вернулся в свою молодость. Вы видите, наверное, мы повторяемся, но сам факт того, что есть на сегодняшний момент, это очень и очень интересно. Что еще из преимуществ этой модели? Значит, по поводу металла везде, я сказал, посмотрите на колеса. Мы провели анализ конкурентов. Сейчас, на данный момент, никто не предлагает установки вот такой резины. Да и похожих светодиодных поворотников непосредственно в этих моделях встретится не у всех. Это огромный плюс. Вы можете позвонить в наши магазины. Вы можете сделать заказ на сайте. Вы можете сделать много чего. У нас существуют любые формы оплаты. Наличные деньги, безналичные деньги, выставление счетов. Мы работаем с организациями, с частными лицами. Мы делаем все для того, чтобы вы радовались, чтобы вы получали радость от покупки. Мы не продаем технику, мы не продаем запчасти. Мы стараемся продавать вам настроение. Именно это является основополагающим фактором нашей работы. Мы работаем для вас.